знания Андрея о том, как устроена и как работает операционная система Windows NT. Продукт, естественно, изменился. Это уже стал комплекс-программ для крупных предприятий. И этот комплекс-программ работал уже не на локальном компьютере, а и на локальном компьютере, на сервере, в рамках локальной сети. Вот. При этом, что источником клиентами стал уже, как мы здесь рисовали, тот же сайт, где они продавали по $20, лиды оттуда приходили в воронку продаж корпоративного. Ну и воронка продаж, которая немножко у нас адаптировалась, появились звонки прямые корпоративным заказчикам. То есть когда у вас массовый рынок, естественно, ребята не звонили каждому системному администратору и не интересовались там, как все дела, а не нужно тебе чего-то другого. Потому что там был массовый рынок. Ну и, соответственно, после звонков личные встречи, переговоры о том, что компания Elite Software решает корпоративную задачу в рамках там, бюджета, который они согласовывают, в зависимости там, от количества рабочих станций, сети, количества серверов, количества там, каких-то другого вспомогательного оборудования. Ну и, соответственно, продажи уже у нас чек средний $20 увеличит себя $500 000.